Хорошо, у кого первый вопрос? Дана, последние дни были по-настоящему сумасшедшими. Расскажи о том, что происходило за кулисами. Поделись с нами инсайдерской информацией о происходящем. Хорошо, с того момента, как мы поняли, что Холлоуэй не сделал вес, и после того, как мы узнали, что с медицинской точки зрения ему нельзя продолжать скидывать вес, мы начали рассматривать кандидатуры других ребят, например, Пэттис, и несколько поспешно сделали заявление о том, что Пэттис будет драться. Потом, когда мы поняли, что Элья Квинта и Фелдер сходят с ума от того, насколько хотят принять участие в бою, и один из них захотел намного сильнее, мне это понравилось. Если вы посмотрите на рейтинге Элла, на его последние 5 боев, которые он провел, вы поймете, что он подходит больше. Но проблема была в том, что вес Элла был 155,2 фунта, что недопустимо. К счастью, на нем были трусы. Но на наше счастье, комиссия позволила ему снять трусы, и его вес получился ровно 155 фунтов. Каждого из нас интересует вопрос, если Эл вдруг победит, дадут ли ему пояс? Просто когда был перевес, мы все немного испугались. Я хотел бы узнать, сейчас у каждого из них есть шанс завоевать пояс? Да, все так. На кону стоит чемпионский пояс. Пока шла комиссия, сначала нам дали понять, что Хабиб единственный, кто может претендовать на пояс. Но сейчас, если Эл победит, он станет чемпионом. Все просто. Если ты побеждаешь чемпиона, чемпионом становишься сам. Все это немного странно. Я понимаю, что ты уже устал говорить о бое за титул, но когда комиссия сказала, что не рассматривает этот бой в качестве титульного, ты сказал, что вы, как UFC, мы будем смотреть этот бой как фанаты, как обычные люди. И если кто-то победит, то будет понятно, что чемпионом является он. Ведь невозможно говорить о том, что чемпион — это тот человек, который не смог победить своего соперника. Сначала мы выясним, кто в этом бою победит, а уже после будем разбираться во всем остальном. Дана, спасибо за ответ на вопрос. Эл, хочу заметить, что для тебя это очень большое потрясение. И это читается по твоим эмоциям. Ведь с самого начала недели мы говорили о том, что противником будет Макс Холлоуэй. А после ему запретили выходить на бой, и это одно из самых больших разочарований UFC за всю историю. Расскажи нам немного о том, какие эмоции ты сейчас испытываешь. Да я до сих пор ни хрена не понимаю, что происходит. Но я понимаю, что это шанс всей жизни. Во-первых, спасибо Хабибу, что не отказался от боя. Это та возможность, которую я ждал, поэтому я всегда стараюсь быть готовым. Я просто буду наслаждаться моментом. У меня вопрос к Хабибу. Когда ты выходил, ты сказал, что готов драться хоть с Кинг-Конгом, если он сделает вес. Но хочу заметить, что на этой неделе это уже третий боец. Проскакивала ли в твоей голове мысль о том, что, блин, все как-то идет не так, как должно быть? Наверное, мне все-таки стоит отказаться от боя. Что? Ну и как ты себе это представляешь? Как я буду смотреть своим фанатам в глаза, если я скажу, что, о, это боец не того стиля, который мне нужен? Я хочу стать чемпионом UFC. Если я не смогу побить такого, как я, Квинта или Фелдер, тогда как меня можно будет называть чемпионом? Я бы этого не понял. У меня совершенно другой менталитет. Я был рожден в диких горах. Я родился там, где люди живут тяжелой жизнью. И как в этой ситуации я могу сказать, ой, нет, этот бой не подходит мне? Когда Макса Холлоуэя сняли с боя, в тот момент я очень сильно хотел спать. Мне предложили Пэттиса, Фелдера и Квинту. Я просто сильно хотел спать, поэтому я просто пошел спать. Но когда я проснулся, мой брат Али подошел ко мне и сказал, «Все нормально, бой все равно будет, и ты будешь драться за титул». Я сказал «Отлично», но не придал этому значения, и через 5 минут я спросил, «С кем буду драться? Ты что, с ума сошел? С Е. Квинтой?» Все произошло именно так. Такой я есть. Когда ты готов, ты будешь драться с кем угодно. Конечно, у меня за карьеру было много травм. Никто от них не застрахован. Сейчас мое время. Неважно, кто соперник. Завтра у меня все равно будет бой за титул чемпиона. И дай бог, что у меня получится это сделать. Спасибо, Хабиб. И у меня последний вопрос, к Дане. По итогу всего сумасшедшего, что произошло за эту неделю, беря все это во внимание, можешь ли ты сказать, что это принесло вашей компании большие убытки? Когда ты начинаешь понимать, что у тебя срываются главные бои, а за эту неделю мы потеряли 3 боя, включая вчера,
Мы уже практически начали говорить о том, как нам решать эту проблему, но в конце дня, когда мы вспомнили о том, что люди прилетели с разных уголков планеты, мы поняли, что эту проблему нужно как-то решать и не останавливаться ни перед чем. И сейчас мы тут и будем смотреть бои завтра вечером. Нет, ребята, это вам спасибо. Мы ценим вашу поддержку. Это все? Больше нет вопросов? А у фанатов есть вопросы? Тогда давайте начнем. Дана, я тут позади. Да, я вижу тебя. Исходя из всего происходящего, мне хотелось бы задать вопрос обоим бойцам. Каким образом во время происходящего вам удается сохранить концентрацию и быть нацеленными на то, что будет происходить завтра? Для меня эта неделя была сумасшедшей, и я думаю, вы, ребята, понимаете, о чем я говорю. Концентрация, я думаю, она уже заложена в твоем менталитете. Если ты с этим уже родился, ты сможешь сосредоточиться. Лично я считаю, что психологическому настрою невозможно научиться. С этим нужно родиться. Я считаю так. Спасибо. Я готов драться, мне нечего терять. Поэтому я сосредоточен на том, чтобы просто выйти в клетку. И просто повеселиться. Без всякой лишней ответственности и лишнего давления. Просто выйти в клетку и делать то, что я люблю. А ты кто такой? Это ты кто? Пошел ты нахер, ты кто такой? Эй, не надо бесить этого парня. Дана, позволь, я задам последний вопрос, и он будет адресован тебе. Для каждого не секрет, что Конор Макгрегор является популяризатором этого спорта. Потому что Конор очень популярен. Можешь ли ты сказать, что в ближайшем будущем он все-таки вернется и снова продолжит драться? Понимаете, все происходит настолько по-сумасшедшему. Конор сейчас находится под следствием и решает те вопросы, которые ему необходимо решать. А у нас сейчас главная задача — заниматься этим боем. На следующей неделе мы немного освободимся и уже будем думать, что делать дальше. Но вся эта ситуация по-настоящему уникальная. За те 20 лет, что я работаю, такого ни разу не происходило. Дана, я тут. У меня несколько вопросов для вас. Хочу уточнить, если Яквинта завтра победит, наденешь ли ты на него пояс? Будет ли он чемпионом? Как я уже говорил, для атлетической комиссии Нью-Йорка этот бой не будет для него титульным. И хочу от себя добавить, что это какой-то нонсенс. Этот парень сделал вес, а ему почему-то говорят, что он не может претендовать на чемпионский пояс. Но если ему вдруг удастся победить в этом бою, тогда мы будем решать этот вопрос. Что насчет Пола Фелдера? Как решать проблемы, которые возникли с ним? Каждому, кто не сможет принять участие в боях по сложившимся обстоятельствам, каждому из них заплатят, даже если они не будут драться. Только участникам или даже тем, кто просто придет смотреть? Только участникам, у нас не так много денег. Но хочу добавить, что как только они восстановятся, мы сразу организуем им бои. Это... Давай. Я просто хотел узнать, говорил ли ты с Конором после того, что произошло. Нет, с того момента, как он в это все ввязался, мне так и не удалось с ним поговорить. У меня вопрос к Эллу, если ты сможешь прервать свою фотосессию. Не знаю, знаешь ли ты, но завтра будет 11 лет, как... Я знаю. Твой наставник, Мэтт Сера, внезапно нокаутировал Жоржа Сен-Пьера. С момента, когда ты узнал об этом бое с Хабибом, можешь ли ты сказать, что с тобой может произойти то же самое, что с твоим наставником? Есть ли в тебе вера, что завтра все твои двухлетние труды и ожидания чего-то большего могут воплотиться в реальность? Ты веришь в такие вещи? Да не совсем, я думаю, что просто иногда случаются какие-то сумасшедшие вещи. И сейчас произошло то, что произошло, понимаешь? Я просто тренировался и ждал своего часа, а завтра я просто выйду и буду драться. Хабиб, у меня к тебе один вопрос. Если говорить о том, что произошло за последние 24 часа, то хотелось бы узнать у тебя, не сбили ли тебя все эти события с толку, и насколько ты отдавал себе отчет в том, что происходило? Uh...
Признаться честно, меня несколько взбесило то, что люди позволяли себе говорить о том, что мы сидели с командой в автобусе. В этом автобусе сидела команда Red Corner. Я и еще двое моих людей. Когда я понял, что этот парень пришел и ищет меня, конечно же, я хотел выйти из автобуса и разобраться с ним, но меня остановила охрана. Они просто встали и не выпускали меня. О каком страхе речь? Со мной в этом автобусе тогда сидел Яквинта. Тогда мы сидели в этом автобусе вместе, можете у него спросить. Меня бесит то, что люди говорят, что я не вышел, потому что испугался. Но вы можете спросить об этом Яквинту и других парней. Я уже говорил, если хочешь найти меня, просто назначь место. Просто назначь место. Я понимаю, что за мной следят миллионы людей, что я популярный UFC-боец, и я должен являться для них идеальным примером, но идеальных людей не бывает. Когда кто-то такой же боец, как я, говорит про меня плохие вещи и пытается меня всячески задеть, я обязательно ему отвечу тем же. Спасибо. Хабиб, вопрос к тебе. Похоже на предыдущий. Что бы ты сейчас сказал Макгрегору? Если честно, я надеюсь, что он все-таки решит свои проблемы, и мы наконец сможем решить проблемы, которые возникли между нами. А в клетке или нет, это уже не имеет значения. Мы должны это решить. Спасибо. Это все? Хорошо, давайте сейчас отпустим этих ребят и начнем заниматься остальными делами. Перевел и озвучил Свежинцев Роман специально для канала TrueGym.